Приветствую вас, дорогие наши зрители. Нецессе, так что ли читается эта игра? Нецессе, стройте, выполняйте задания и покоряйте бескрайне процедурно генерируемый мир. В одиночку или с друзьями. Развивай поселение, исследуй подземелья, сражайся с монстрами, добывай руду, создавай снаряжение, нанимай мастеров. И это все, короче, в одной куче, все интересное, вроде как на вид. Игра-то вышла давно, а я о ней не знал. 12 декабря 2019 года. Да, вот такие вот дела. Похоже на самом деле на Террарию. Стоит она 550, ну и соответственно очень крутые отзывы. Предлагаю начать, конечно же, первый взгляд на Нецессе, что ли, как-то так. Так, что у нас есть? Новый мир. Создать многопольская сетевая настройка. Ну, в принципе, здесь все хорошо. Новый мир. Тест. Классические приключения сложные, казуальные. Вам придется в тренинге выдумать свою стратегию. Так, подожди. Вот я хочу вот что-то такое, знаете. Подожди. Это же тогда, мы тогда вообще ни хрена не поймем. Это же мы создаем мир. Так, ну давай здесь случайно какого-нибудь опенних. Тоже назовем тест. В принципе, так и оставим. Тест, 0 играть. И, соответственно, выбрать. Все, погнали. Подойди ближе и ударь по дереву, нажав. Я понял. Кстати, анимация даже вроде, да? Этого, какого? С Террария, не? Вроде бы. Я Террария не играл практически. Там меня, ну, кореш пару раз, наверное, заставлял в нее играть. И все, я как бы... Авто тоже можно загасить, да? Ага. Так, следуйте за этим указателем, чтобы указать, как срубить дерево. Так, подожди, но это понятно. Создай факел теперь. Давай. Угу. Я создал факел. Дальше. Подойди поближе и поговори с хренотенцем. Так, со старцем. Здорово, мистер старец. Давай. Я ищу задание. Если вы поставите флаг поселения, я найду для вас несколько заданий. Хорошо, мне нужен совет. Ага. Ну и в принципе все, типа перестать разговаривать. Найди или создай верстак, требуется 10 дерева и поставь его, нажав, затем открой его. 10 дерева нам нужно, да? А у нас есть 12. Верстак. Его сразу же можно разместить здесь. Так, и верстак может нам делать. Найди и создайте деревянную кирку на верстаке. Ну, нам теперь тупо нужно дерево, в принципе. Давай вот эти срубим, я думаю, хватит как раз. Считай, 5 брёвен. Хорош. И вот это давай, чтобы на крайний случай не бегать. Так, используем правую кнопку мыши и, соответственно, деревянная кирка. Ну давай за место семян закинем. Идите и используйте лестницу, чтобы спуститься под землю. Ага, вот оно что, Михалыч. Получается, правая кнопка мыши. И здесь мы сейчас будем, скорее всего, добавлять. Мы получили пирочек. Неплохо, да? Так, и у нас здесь, получается, нужны факела для начала. То есть вот, допустим, за место саженцев поставим. И шестерка, допустим, мы вот так вот сможем забабахать. Шестерка. Так, монеты и факел. 6 штук. Ну, в принципе, все ломается, все исследуется прекрасно. Добудьте руду, выбрав кирку и зажав левую кнопку мыши. Подожди, а каким образом я должен? Ну, просто как бы у меня деревянная кирка. То есть деревянной киркой можно добыть камень. Серьезно? Всегда удивлялся на самом деле. О, это же мистер Майнкрафт. Гоблины пошли. Отбили. Шикарно. Угу. По-моему, железный инструмент какой-то нашли. Не знаю, хорошо или нет. Так, знаете, что я сделаю?
Я, во-первых, поставлю еще один факел, если можно. Вот так вот. И, соответственно, используем. Так, я пока долго слишком думаю, потому что особо здесь ни хрена не знаю путем. Руда используется для создания слитков, которые используются в многих рецептах в протяжении игры. Хорошо. Если вы стремитесь по краю мира, то вас появится путешествовать. Нажми Т, чтобы открыть карту. Угу. Я понял. Нажми С, чтобы открыть меню поселения. А, используя только на поверхности. Я понял. Я не дочитал. Сверху, точнее, даже и не начал читать. А я смогу вот эту руду сломать? Железная руда. Прикольно. Есть сундуки. О-о-о. А как быстро брать? А, просто Shift зажимаешь, короче, и все. Прикинь. Так, и получается, это закрываешь. И я думаю, что его мы можем сломать и забрать. О, да. Его витрина. Я все заберу, все в хозяйстве пригодится. В смысле, ну, типа бамбу тоже возьмет? Серьезно? Сюрикены, смотрите, сколько тут всего. Угу. Так, ну это забрал, каменные стрелы взял. Здесь также сюрикены. Я просто вот так расставлю, чисто технично. Ну, чтобы понять, где, че, у кого и как, да? Ну и, соответственно, пойдемте наружу. Вроде до хрена всего собрали. Как я, насколько я понял, возьмите флаг и поселение из сундука. Угу. Блин, по привычке тап нажимаю все время. Ну, допустим, поселение, не знаю, рядом с домом. Перцешка. Поселенцы. Арчи-шманчи. Заблокировать уровень от поселенцев. Приказы. Защита. О-о-о. И поручить работу, прикинь. Прикольно. Так, спасибо за игру и удачи в исследовании. Я понял. Спасибо. Так, ну подожди. Вот у нас есть верстак. Мы теперь дохрена, скорее всего, что сможем сделать. Деревянная лопата. У нас же это деревянная дубинка. Тканевая роба, тканевая шляпа. Ну тут чисто дохренища шерсти надо. Кстати, у того засранца появилось задание. Но я бы. Простая пуля. Это, конечно, классно, что у нас есть всякие такие прелести, но... Но. Мне бы, знаете что? Давай плавильню развестим здесь, во-первых. Мне бы сундуки. Потому что я внутри тоже могу, да, вставить. А, да. Все просто. Можем, ага, ага. Не знаю, стрелы я ставлю, я, скорее всего, сейчас, наверное, что-то скрафтить смогу. Вот еловый сундук тоже можно разместить. Ты куда, ёпта, слышь? Принести кольцо гоблинов. Падает с гоблинов. Хорошо, базара нет. Угу. Ну и, соответственно, вот эти тентишки, каменные рычаги, деревянные стены. Это я все выкину. Можно метать. Давай мы возьмем. Вот это по выживанию выложим пока. Железная руда тоже пока уберем. Морозный стрел это крафт. Он из этого делает огненный. Ага. Карта близ деревни. Не, ну в принципе все получается, что могу сказать. Сортировал инвентарь. Так, спускаемся вниз, тогда здесь у нас эти гребаные засранцы живут. Гоблины или как там. Хочу протестировать, как метают сюрикены.
Так, я сейчас просто сразу накидаю тогда, да и все. Вот, пока так разберемся. Так, берем эту. Давай киркуем, да, и ломаем. Хотя для дерева это больше всего, скорее всего, топор. Помидорки, сюрикены. В принципе, все подбирает то, что... постоянно забываю. Ешка, бляха, муха. Это что такое? Ох ты, алхимический стол. Подожди, так а если я его сломаю, я смогу его забрать? Так и это очень выгодно получается-то. Киньте. Деревянная стена. Уху-ху. Кольцо гоблина сразу же нашел. Прикинь. Слушай, так он разносится нормально. Ты как он? Тетя Фруся. Железо пещерного паука. Что? Охренеть, там какие камни лежат. Увидели? Заметить успели, не? Воу. В принципе, вроде всех забрал. Так, открой. Такая кукуруза, шмандуза. Такая дичь, которая только может лежать, да? Вот, смотри, какая находка. Обалдеть. Я, конечно, в таких играх очень долго соображаю, но мне кажется, что это как бы все временное. Давай. Разломаю. Так, надо отдать кольцо сходить. Так, мы ничего прыгать не умеем, да? У нас... О, паучка надо загасить. Все, отлично. Так, вот. Сейчас поднимемся, отдадим ему. Здорово. Не спишь же, я же вижу. Ну, завершить. Убейте защитника зла. Призывается ночью с помощью таинственного портала. Награда ланчбокс. Как это получается... Кстати. Это получается что? Ешка закрыть. Не, алхимический стол пост. Боже, а что так темно-то? И у нас есть алхимический стол. Это что? Еловые часы? Серьезно? На потолок можно поставить. А, я... Лучше так не делать, это я так. Скамейка и сундук еще у нас есть. Скамейка будет здесь. Сундук замутим сюда. Так, корова. Так, тут готовка получается. Мне бы сделать лук тогда, у меня столько стрел на самом деле. Любое дерево, 10 штук. Давай добудем. Ты шо, охренел, что? Она хотела меня убить или что? Обалдеть. У меня еще нет этого с помощью таинственного портала. Таинственного портала. Это хотя здесь опять же надо бегать, наверное. Мы же дальше-то никуда и не уходили, по сути. Ну, сейчас лук сделаю. И будем разносить с вами. Наверное. Деревянный бумеранг. Ну, кстати, 113. А, у меня 113 стрел, да? Класс. Так, вот. Теперь.
У меня-то еще горящий. Древо. Если еще с него падает. Так, надо вот здесь пока факелов поставить. Я все надеюсь, что здесь какой-нибудь портал найду, который мне по задаче дали. Рядом с домом задание убить и защитить козла. Ну, в принципе, ну, скорее всего, так и есть. Бен-ростовщик прибывает рядом с домом. Обалдеть. Ростовщик, Игорь. Ты где? Ай-яй-яй-яй, ребята-то какие, смотри, озорные. Не, ну по сути задача, скорее всего, рядом с домом. Там вообще битва какая-то идет. Фрагмент карты, подожди. Что сделал? Джеймс, охотник. Ты шо? Мою должность забрал. В принципе, здесь одни овечки. Снежная деревня, лесная деревня. Здесь еще одна деревня есть? Или мне кажется, да? А что, уже все, день, ночь? Блин, даже здоровье вроде как в террарии, да? Я не знаю, кто чем вдохновлялся, но реально прям похоже. Ладно, давай корову завалим. Ура. Но он не умеет, да, быстро бегать? Умная добыча включена. О. А что, не могу попасть? Ну да, он всех сейчас собирает, получается. С одной стороны, мне кажется, что весь... А, вот ты, да, ростовщик? Я не очень пишу на тебя поселение. Ты что, охренел, что ли, скотина? Иди нахрен так. Ушпан. Так, ну что, здесь получается, что я могу сделать? Можно вот это, в принципе, разбить. Мне интересно место с кристаллами. Что здесь, пробьем сейчас стрелу, чтобы появился и сразу пошел, появился и пошел, появился, пошел. Угу. Тем более стрела. Так, это лава. Монеток так много собирают, что, боже мой. Ой. Маленький гоблин на 50. Так, отлично, пробили. Так, ну вот здесь... А, красный, вот это что такое? Ай, у меня ухо жестко зачесалось прям аж. Смотри, сундук охраняет. Ай-яй-яй. Прикинь, что? Смотри, сколько там. Я проголодался, я понимаю. Фрагмент карты. Надо его покормить. Так, это что за зелье-то? Боже, а чё их так много-то стало? Мне кажется, просто мясо-то как бы не готово. Но по себе. Во-первых, давай выпьем. Нажми. Чё?
Но восстановил, хорошо. Томат. Все, нажрал. Прекрасно. Все, мы готовы. Спайдермен, Спайдермен. Я лучник. Я иду до... О, сияющий какой-то пояс, что-то мы нашли. Это свитки, свиток телепортации есть. Неплохо, да? А, правая кнопка, чтобы одеть. О, освещает область вокруг вас. Вот это, кстати, круто. Вот это, я бы сказал, вообще прекрасная вещь. Хороший. Теперь вам можно, по сути, не париться. Технично. Зелья маны. Да, пиздюки пошли в бой. Шо, говно? Какой же здесь же гоблин живет? Тут целое общество, секта. Так, а это что такое? Может, все-таки кинем, да, наверное, пару штук. Так, ладно, здесь есть, пусть все-таки все равно, как бы, как-то проще, что ли, так же живется. Ай. Ай, все стрелы собрал. Как всегда. Вот здесь, мне кажется, прям жесткое место. Так, это что, сундуки, да? Ставьте музыкальный проигрыватель, чтобы воспроизвести. Я вообще пока, как всегда, подбираю абсолютно все. С одной стороны, здесь можно пропишить. На, ёпт. Он золото тырит. Значит, тот рычаг я тоже мог взорвать. Кстати, таинственный портал, вот он. Теперь я смогу туда переместиться. В целом. Ага. Еловый шкаф. В шкафу ничего нет, вот, кстати. Ну ладно. Вот это я взорвал, смотри, сколько камней, боже. Слушай, а руду? Да хрен на этого ростовщика. Сапфир, сколько, смотри, боже. Собирай, собирай. Так, стой, подожди, подожди, подожди. Оп. Блин, я застрял. Эй. Так, забрал. Прекрасно. Вот, кстати, тоже хорошая каменная стена бы вот это все разбить. Так, я хочу теперь уйти наверх, выкинуть и зайти в этот таинственный портал. Кстати, тут тоже есть рычаг. Ну-ка, давай проверим. Только тычно. Ну, это тогда вообще удобно. А чё я их ломал, придурок? И просто сколько камней. Тоже, по сути, взрывоопасная штучка была. А я ее разломал, поставил. Она же там еще с динамитом была. Так, давай поднимусь. Опять спишь, собака. Так, сундук. Что я могу? Камень, сапфир. Вот это все выкинем. Так, таинственный мне нужен.
Полная железная цепь. Так, ну это пока мне просто не до этого. Мне, я понимаю, что это все долго, это все нужно крафтить. Вот, и как бы мы понимаем, что это все вот так вот работает. И мне хочется посмотреть, как здесь вот эти все таинственности, как это все работает здесь, как это все выглядит. Я худею. Прикинь, чё. А, пиздюки меня бьют. В смысле, он его убил? Или... Он его не убил. Слушай, ну в принципе его можно сагрить с одной стороны. Ну-ка давай-ка еще разок. Иди бейся. Ты сильный. Бля, он нихера себе он разносит, слышите? Стрёмно его херачит. А он улетает, ёпта, я не успеваю, получается, угасить. Куда он стреляет? Что происходит? А, он возвращается. Портал зла. То есть он как бы... Понятно. Давай, гаси его, гаси, гаси. Ты пока один сильный его... Блядь. Какие же они кончевые. Ну все, он-то получается умер и все просрал. Или нет? Да. Блин, ну это печально. Конечно, можно было бегать, косить, но я понимаю, если... Здесь же должен быть хоть рывок, прыжок. Почему этого ничего нету? Не понимаю. Вот, ну. Так, смотри, здесь есть крест. Это две смерти наши, да? Ну да, это наша смерть стена. Вот. Не, ну, в принципе, вот такой. Я как бы не особый такой любитель. Я не могу зависать в такое долго. Есть люди, которые живут в Террарии. Я очень горжусь вами. Вы просто крутые, молодцы. Но я чисто не могу, потому что... Либо вот из-за графы, может быть, я не знаю, либо свойств много всего, много дел, чтобы она как бы такая стандартная однотипность. Ну, прокачаешься дальше, дальше, что типа, ну, хз, короче, я не знаю, как к этому относиться, но в любом случае на вид просто, ну, сама по себе игра вроде прекрасна, вроде все классно, вроде все вообще прям неплохо. То есть бери, создавай и погнал, как говорится. Вот, и поэтому я вам, в принципе, этого же и желаю, соответственно. Игрой занимается, патчи выходят, что-то добавляется, что-то не добавляется. Ну, в принципе, вот все. Не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал, вступайте обязательно в телеграм-канал, где вы, в принципе, увидите, услышите новые анонсы, розыгрыши и много всего интересного. Всем пока.